Приветствую вас, друзья! Многие криптопроекты любят строить большие планы и обещают запуск множества полезных продуктов. Однако гораздо надежнее и спокойнее инвестировать в проект, который помимо простых обещаний демонстрирует уже запущенный, хоть и в минимальном исполнении, продукт, который инвесторы могут опробовать перед покупкой токенов. Но перед началом подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск видоса. Примером такого проекта является Aerion Network. Изначально команда выпустила токен на блокчейне BNB Smart Chain. Затем в сентябре 2023 года открыла тестнет собственного нативного блокчейна. И буквально недавно, 12 января 2024 года, у Aerion Network произошел запуск майнета их основного блокчейна, на базе которого в скором времени будет построено сразу несколько продуктов. И мы с вами, как инвесторы, можем использовать этот инфоповод для заработка. Токены Aerion от Aerion Network отчеканены на блокчейне BNB Smart Chain. Уже успели попасть в листинг нескольких крупных централизованных бирж, включая Maxis, Bitmart и BitGet. В данный момент у Aerion Network проходит процесс миграции токенов с Binance Smart Chain в полноценные монеты на собственном Layer 1 блокчейне. Транзакции с токенами временно приостановлены и полноценно возобновятся 31 января, тогда же, когда централизованные биржи проведут миграцию и повторный листинг новых монет. Это событие должно будет вызвать большую волатильность, и приобретя токены сейчас, можно будет в теории получить неплохую прибыль после их повторного листинга. Тем более, что это лишь один из немногих драйверов для роста, которым может похвастаться проект Aerion Network. Помимо этого, вместе с миграцией у них изменилась и токеномика, став более дефляционной. Общая эмиссия токенов сократилась в два раза, с 500 до 250 миллионов. А в течение следующих 10 лет токены будут постепенно сжигаться, пока эмиссия не достигнет ключевой отметки в 100 миллионов. Вторым драйвером для роста будут новые листинги на крупных биржах. Чтобы поддержать запуск блокчейна и миграцию токенов, команда планирует добавить токены в листинг еще как минимум 4 торговых платформ в течение одного квартала этого года. И каждый такой листинг в теории должен будет вызвать увеличение цены и ликвидности токенов Aerion. Плюс не стоит забывать и об утилитарной полезности для токенов, ведь команда не планирует останавливаться на запуске собственного блокчейна, а будет постепенно развивать свой проект в масштабную экосистему. Уже сейчас у них есть Layer 1 сеть Aerion Chain, обозреватель блоков, децентрализованная биржа и онлайн-кошелек для нее. Блокчейн Aerion Chain имеет время подтверждения транзакций в 100 миллисекунд, масштабируемость до 600 тысяч TPS и крайне низкие комиссии за газ. При этом сеть полностью совместима со стандартом EVM, что упрощает процесс интеграции новых пользователей и DApps для развития экосистемы блокчейна. Работает Aerion Chain по алгоритму Proof of Area. Это модифицированная версия Delegated Proof of Stake, в которой помимо валидаторов и делегатов транзакций могут подтверждать и владельцы виртуальных земель Aerion City. Это собственная метавселенная от Aerion Network, которая сейчас находится на этапе разработки. Помимо нее, в скором времени у Aerion Network должен будет запуститься полноценный нативный кошелек в виде мобильного приложения, ряд продуктов с искусственным интеллектом, игровое подразделение, NFT Marketplace, и это только продукты, над которыми работает собственная команда Aerion Network. Кроме них в развитии экосистемы будут участвовать и сторонние разработчики, получая за это финансирование. Так, например, прямо сейчас у Aerion Network проходит хакатон по созданию DApps на Aerion Chain с призовым фондом в $500 000.
И запуск всех этих новых продуктов, листинга на новых биржах и завершение миграции из BSC на основную сеть – все это является, на мой взгляд, довольно сильными драйверами для роста токенов Area в ближайшей перспективе. Хотя, разумеется, это лишь мой личный взгляд, никаких гарантий доходности от данных вложений я вам не даю. Тут, как и в любых других инвестициях в крипту, все очень рискованно, и вам перед совершением вложений нужно проводить собственные исследования. А более подробно с проектом Arion Network вы сможете ознакомиться по ссылкам, которые я оставлю в описании к этому видео. Ссылки не кликабельные, поэтому обязательно нужно их копировать и вставлять в браузер. Либо переходите в шапку профиля, там будет ссылка на мой телеграм-канал, и там будут все ссылочки с описанием. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока. Пока.